Я назвал эту проповедь сегодняшнюю «Благословение и тяготы миссионерского служения». Здесь действительно много благословений, и здесь действительно много тягот. Но до того, как мы обратимся к самому посланию, я несколько слов скажу об истории его написания. В каждой книге важно помнить историю, как она написана, кем написана, в каких обстоятельствах написана. В этой книге, если вы не будете знать историю этого послания, вам очень трудно будет понять его смысл. Во всяком случае, вы будете понимать значение отдельных фраз, отдельных стихов, отдельных истин, но вы никогда не поймете общий тон того, что же передает это послание к нам сегодня. Как я уже сказал, что поместив это послание в канон Священного Писания, Дух Святой позаботился о том, чтобы помочь нам увидеть внутренний мир служителей Божьих, внутренний мир вот этих людей, которые впереди. У нас возникает такой эффект. Мне часто приходится с этим сталкиваться, так как я стою впереди очень часто. И те люди, которые или сидят подальше, или же живут далеко и видят нас только через экран, у них возникает какой-то эффект нереальности. Это вполне естественный эффект. То есть люди как-то идеализируют человека, которого они видят впереди. Вот что-то подобное происходит в нашем сознании с апостолами и другими героями веры. То есть мы, читая о них, мы идеализируем их, и нам кажется, это что-то такое величественное, что нам, даже и прикоснуться к этому очень сложно. Это что-то такое не от мира сего. Действительно, вот такие книги и такие истории. Помните историю Моисея? Помните историю Давида? Они показывают нам вот этих людей как инструменты, обычные человеческие инструменты, которые всего лишь наполнены Богом. И это делает их способными достигать тот великий труд, который через них был совершен. Второе послание Коринфянам написано примерно в 56 году по рождению Христа, и, скорее всего, оно было написано, когда апостол Павел находился в Филиппах. Этот город в Македонии, давайте мы посмотрим сейчас на карту и посмотрим, где этот город расположен. Вот здесь, в самом верху, видите, вот это город Филиппы. Вот, апостол Павел находился в этом городе. Я вам немножечко попробую рассказать историю. О ней мы уже говорили в прошлый раз, но я так предполагаю, что мы склонны забывать. Вот, и я думаю, повторение мать учения, еще раз мы повторим, это будет полезно. Так вот, во время второго путешествия апостола Павла, апостол Павел впервые пришел в Филиппы. Когда апостол писал это послание, это было уже третье путешествие апостола Павла. Апостол Павел, второе путешествие, кстати, было в 51-52 годах нашей эры по рождению Христа. Так вот, он пришел в Филиппы. Помните, когда сон был апостолу, когда явился муж македонянин и сказал: «Приди и помоги нам». Вот в результате этого призыва апостол пошел в Македонию или пошел вот на эту греческую территорию. Вот это Малая Азия, а вот это Ахайя, по-русски ее называют старое название. Сейчас это Греция все, территория Греции. Так вот он пришел в Филиппы, и помните, он там проповедовал, и результатом его проповеди было обращение Тимофея и рекрутирование Тимофея. То есть Тимофей присоединился к апостолу и к его команде, и вместе с ним пошел дальше. Это написано в 16 главе «Деяний апостола». Вы можете почитать дома. Проповедовал апостол в Филиппах, потом после Филипп он прошел вот эти два города, практически не останавливаясь, или, может быть, останавливаясь, но ничего особого там не было сделано в этих городах, во всяком случае, не написано, что было сделано. И он пришел в Фессалонику, вот здесь вот Фессалоника. В Фессалонике это 17 глава «Деяний апостола», наверное, конец 16 или начало 17, не помню сейчас. Апостол проповедует там, и он проповедует там недолго. Буквально несколько недель, и после этого поднимается большая буря, бунт поднимается, иудеи подняли этот бунт против апостола. Вот, и апостол и его сотрудники вынуждены были уйти оттуда, и они уходят из Фессалоники, и они приходят в Верию, вот она здесь. городок такой Верия. Смотрите, он совсем близко от Фессалоники, не так далеко. Только он начал там проповедовать, иудеи в Фессалонике услышали о том, что Павел уже проповедует здесь, возревновали о своей религии, и они собрали кучу всяких своих сторонников, пришли в Верию и подняли там иудейское тоже волнение, восстание против апостола и его сотрудников. И Павел вынужден был уйти. Кстати, Сила и Тимофей остались еще в Верии, и они еще остались утверждать там верующих. А Павел ушел и пришел вот сюда, в Афины. Вот здесь Афины расположены. И он, придя туда, помните, он ждет. Сила и Тимофей еще там, и он должен был их подождать. Он пришел сюда, в общем-то, без программы в Афины. И, ожидая своих попутчиков, он начал там говорить с людьми на площадях, и после этого, помните, его призвали в Ареопаг, и в Ареопаге состоялась вот эта известная, знаменитая проповедь, которую мы читаем во второй половине 17 главы «Деяний апостолов». После проповеди в Афинах, дождавшись Силу и Тимофея, апостол вместе с ними приходит в Коринф. 18 глава «Деяний апостолов» описывает это подробно. Он там находит Акилу и Прискилу, они там разворачивают свое служение, он присоединяется к их бизнесу, они делали палатки. Вот. И таким образом началась здесь церковь. Церковь эта возникла, вернее, апостол провел там 18 месяцев после того, как церковь возникла, и он утверждал ее там еще многие месяцы. После этого апостол вернулся через Эфес, вернулся в Иерусалим и в конце концов вернулся в Антиохию, туда, откуда его послали. Так вот, через несколько лет апостол отправляется в третье уже миссионерское путешествие. И, если помните, там сказано так, апостол говорит своим друзьям, а не пойти ли нам? И не проведать ли нам те церкви, тех верующих, которые там Бог позволил основать в этих разных местах. И вот они пошли, и они пришли, они посещали там ряд церквей, и пришли в Ефес. Ефес – это такое достаточно значительное место было, база такая. И здесь апостол в это время провел около 3 лет, 2,5 до 3 лет провел в это время. Вот. И когда он был в Ефесе, он начал получать из Коринфа новости не очень хорошие. Первую новость, которую он получил, о том, что там блуд, там моральное нечестие распространилось в церкви. Если вы внимательно читаете или помните, о чем мы говорили в прошлый раз, то в 5 главе, в 1 послании, в 9 стихе, там написано, он говорит о том, что «о чем мне говорили вы, о чем я слышал». То есть он слышал еще раньше о том, что этот блуд там у них, так скажем, помните, мы говорили о моральной распущенности этого богатого города, и что вся эта аморальность там была в городе, бушевала очень сильно, и она стала пропитываться туда внутрь церкви и так далее. Второе, что он услышал, помните, от домашних хлойных сделалось мне известным. То есть он тогда, после того, как он услышал об этой печальной новости, связанной с аморальным поведением, он написал им письмо, которое не сохранилось, первое письмо. Потом после этого он услышал от домашних хлойных, что там возникли проблемы разделений. После этого 7 глава 1 Коринфянам, он говорит, о чем вы писали мне? То есть они пишут письмо апостолу Павлу. То есть Павел находится в Ефесе, эта церковь здесь, и между ними здесь корреспонденция. То есть между ними здесь переписка интенсивная, люди ездят туда-сюда. Это торговый город, Ефес тоже здесь находится в этой точке, достаточно близко здесь к морю. И здесь достаточно большое сообщение между, тоже крупный город, здесь большое сообщение между этими двумя городами. И поэтому там много контактов внутри церкви. В это время, после этого, помните, апостол пишет 1 послание, посылает это послание с Тимофеем, скорее всего, с Тимофеем. Вот, он посылает это послание, и это послание производит свою работу. Но он находится здесь, и пока он находится здесь, в это время возникает еще одна проблема. о которой он слышит. Суть этой проблемы не просто в разделении, не просто в греховном образе жизни, а суть этой проблемы в том, что стали приходить туда лжеучителя, разные носители ложных вероучений, ложных доктрин. Скорее всего, Тимофей, вернувшись оттуда, сообщает Павлу о том, что там такая проблема возникла. Павел посещает, об этом не написано в Деяниях апостолов, но из 2 Коринфянам мы видим, что Павел посещает между вторым миссионерским путешествием и третьим, вот отсюда из Ефеса он делает быструю поездку сюда. Он приезжает в Коринф, и он пытается доказать этим людям, что они неправильно живут. Но там возникает проблема. Эти лжеучителя начинают в наглую атаковать апостола Павла. И что самое печальное, ни один из коринфских верующих, ни один не стал в защиту апостола. И поэтому апостол возвращается и пишет письмо. Пишет подробное письмо и отправляет его с Титом. Вы, наверное, не можете запомнить всей этой истории большой, но наверняка вы можете ее прочитать в Библии, учебной Библии или в какой-нибудь учебнике. Но если вы внимательно почитаете, это it's fascinating, это очень интересная вещь. Когда мы видим, что же там происходит. То есть Павел взволнован тем, что церковь, в которую он так много вложил, что она начинает расползаться, то аморальность там, то внутренние раздоры, то много там всяких разных проблем, то плюс он слышит еще одну беду, что там вообще лжеучителя появились, которые отворачиваются вообще от курса, от вероучения, которое было заложено туда. И в конце концов Павел сам туда едет, и его самого выставляют за дверь практически. И об этом мы узнаем во втором послании к Коринфянам. Вы можете при себе представить внутреннее состояние. Помните, когда Павел, он пишет о своих учениках, он говорит: для меня нет большей радости, как видеть, что дети мои ходят в истине. Вернее, это Иоанн пишет, но Павел говорит в другом случае, в послании к Галатам, он говорит о том, что «я снова в муках рождения, доколе не отобразится в вас Христос». То есть для апостола это было чрезвычайно важно. И вот когда он слышит удар за ударом то, что происходит в Коринфе, это, безусловно, его подрывает. Представьте себя на его месте. Я могу немножко представить. Я подобного, конечно, не испытывал, но я испытывал ситуации, в которых после того, когда ты вкладываешься, отдаешь много сил, времени, и в результате ты не только не видишь эффекта там, ты не только видишь, что там они слабо живут или не очень хорошо, эти люди развиваются как христиане, а еще и эти люди не хотят тебя знать, они отворачиваются от тебя. И, конечно, это только в маленькой дозе пришлось ощутить. Я думаю, что многие служители, которые здесь есть, они могут немножечко понять апостола Павла, понять, чем было наполнено его сердце, его внутренний мир. Но это еще не все. Если бы это было все. В это же самое время в Ефесе, вот здесь, где у апостола база, где он... в общем, хорошо распространяет влияние. Там у них по всей этой долине, здесь много было разной работы. Распространяется церковь, начинается. Вдруг здесь поднимается восстание. Дмитрий Серебренник поднял, помните? 19 глава Деяний апостола описывает. Проблема была в следующем. Этот Дмитрий Серебренник заметил, что бизнес падает. Очень много людей стали обращаться к Богу. И они стали оставлять идолопоклонство свое. И раз они оставляют идолопоклонство, значит, они не покупают эти все идолов, этих маленьких, которых делали из золота, серебра, из меди и так далее. И тогда этот Дмитрий Серебренник поднимает всех этих художников и ремесленников всех, которые делали эти все штуковины и на этом жили. Он поднимает их всех и поднимает бунт в городе. И бунт такой, что Павел пишет об этом, он говорит: мы были приговорены к смерти. То есть для Павла было очевидно, что он был где-то близко к смерти. Вот почему, помните, когда он пишет, что мы находимся в состоянии, когда изнутри давление и извне страхи. То есть это состояние такого тотального преследования со всех сторон. Вот почему в этом послании Павел так много пишет: мы не унываем. Вот почему в этом послании вы можете увидеть не только характер Павла, вы можете услышать его боль. Вы можете почувствовать его волнение. Вы можете видеть, как он ходит по краю, как он где-то в каких-то ситуациях, он даже прямо говорит: я по неразумию говорю. И начинает защищаться. То есть это очень такое яркое послание, которое позволяет нам увидеть вот эту внутреннюю машину, внутренний механизм жизни церкви, жизни служителей церкви. Это особенно важно в том, что Бог этого не скрывает. Это здесь, на страницах Священного Писания. Для того, чтобы мы могли видеть реальное положение и реальные инструменты, которые Бог использует для распространения своей благой вести. Итак, это послание можно разбить на три основных части. Они такие очень контрастные, и мы, к сожалению, не сможем глубоко пропахать каждую из этих частей. Как я уже сказал, у нас сегодня еще будет заключительная молитва, где мы будем молиться о таких людях, как апостол Павел. Может быть, не такого статуса, но такую же работу, выполняющих где-то в разных странах мира, в разных точках земли. Нам нужно просто взять время для того, чтобы подумать об этом, представ перед Богом, принести свое сердце и посмотреть на реальность того, что значит пожертвовать себя для служения Иисуса Христа. Первую часть я назвал «Прояснение отношений». Как я уже сказал, что в этой ситуации, в которой находится Павел, накопилось очень много. Кстати, помните, я остановился на том, что Павел пишет скорбное, так называемое скорбное послание. Он посылает его туда с Титом. И вот это послание он пишет уже после того, когда Тит вернулся. И они встретились с Титом в Филиппах. Если ты можешь показать еще раз нам карту. Они встретились с Титом в Филиппах. Помните, он пришел в Троаду, вот это Троада. Он пишет здесь во 2 главе. Он говорит: я пришел в Троаду, но я не мог найти покоя духа, я не мог там благовествовать, потому что Тита не встретил. Тит ушел с письмом сюда, вот так скорее он пошел. Он пришел, и он там уже по времени, он уже должен был вернуться. И вы представляете, это же не электронная почта, это не телефоны, это месяцы, недели, месяцы времени. Пока они пройдут, пока переправятся, пока доберутся. Это чрезвычайно сложные вещи. В конце концов, Павел отправляется в Филиппы, и в Филиппах встречает, в конце концов, Тита. Тит приносит ему письмо, известие о покаянии коринфян. И после этого было написано 2 послание Коринфянам. Итак, апостол пишет послание, и вполне естественно, он начинает с прояснения отношений. Конечно, здесь очень много всяких духовных вещей, буквально каждый стих переполнен богатством духовным, но все эти духовные вещи, они вокруг вот этого сердца, этих эмоций, которые бьются там, которые ты можешь просто ясно ощущать. Первое, с чего Павел начинает, я назвал эту часть «Открытое сердце Павла». Давайте прочитаем с 3 стиха, 1 глава, и мы посмотрим на все, как развивается здесь аргумент, который представляет Павел. Он здесь использует обычное приветствие, но это приветствие имеет такую очень интересную концовку, которая переходит к излиянию вот этого эмоционального просто отношения, которое у него есть по отношению к коринфянам. Итак, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Заметьте, апостол говорит о том, что он находится в чрезвычайно больших сложностях, но даже в этих сложностях он учится тому, чтобы быть благословением для других. Он говорит: я переживаю трудности, но в них я учусь находить утешение с тем, чтобы я мог потом помочь находить утешение тем людям, которые будут переживать подобные трудности. 5 стих. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христов, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. Заметьте, он говорит, скорбим для вашего утешения. Как они скорбят для их утешения? Во-первых, они могут их научить утешаться в подобных страданиях. Во-вторых, они могут быть примером. Они могут показать всем остальным, смотрите, вот есть люди, которые вынесли такое переживание. И они выжили, и они прожили в этих обстоятельствах. Поэтому апостол не о себе думает, он думает о них. И наша надежда о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения. Заметьте, наша надежда о вас тверда. Он говорит, я не перестал верить в вас. Я не перестал говорить сегодня о вашем благе, заботиться о том, чтобы вам было хорошо. И это после всего того, что он получил оттуда, из этой церкви. Вместе с тем, апостол отмечает особую интенсивность гонений, которую ему пришлось пережить в Ефесе. Он хочет, чтобы люди знали его контекст. 8 стих. «Ибо не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Речь идет о восстании Дмитрия Серебренника. «Но мы сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы не надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». То есть он был близок к смерти, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили Бога. Опять-таки, заметьте, как много он пишет здесь о других. Он говорит о себе, но он постоянно в том, что он говорит, заботится о других людях. Кто-то утешится их утешением, кто-то увидит пример, кто-то Бога возблагодарит за то, что Бог сделал в их жизни или через них. Итак, первое, что мы видим вот в этой истории, это открытое сердце Павла. Он обращается к этим людям, которые причинили ему много боли, с которыми много связано там и греховного, и скандального, и предательского даже. И он обращается к ним, он продолжает видеть в них братьев. Второе, о чем апостол пишет здесь, он пишет о своем постоянстве. Если вы помните, в конце первого послания к Коринфянам он писал, что он намерен был посетить Коринф, идя в Македонию, и потом, возвращаясь, еще раз зайти. Вот вместо того, чтобы... И они уже ждали там 2 раза. Вместо того, чтобы апостол пришел, какие-то обстоятельства изменились, и апостол не пришел ни разу. И это использовали лжеучители. Кстати, лжеучители, которые пришли, они понимали, что для того, чтобы им внедрить свою ложную идеологию, им нужно было разрушить авторитет Павла. И поэтому они в особенной степени бросили все атаки на то, чтобы в глазах этих людей сформировать негативный образ Павла. И они использовали все, что только можно. Одну из проблем, которую они увидели, они говорят, Павел непостоянен, он вообще не может быть служителем, посмотрите, он сказал вам придет, а не пришел. Нужно да, нет. Какой же он служитель? Сказал 2 раза придет, не пришел ни разу. И поэтому, зная вот эти все наветы, которые на него обрушились, апостол начинает с того, что постепенно, один за одним вопрос, он их раскрывает. 17 стих 1 главы. «Имея такое намерение», то есть он писал в начале, что у него было намерение посетить их. Дальше. «Имея такое намерение, легкомысленно я поступил». То есть он говорит, что намерение было, оно не реализовалось, но тот факт, что я имел намерение, не был легкомысленностью. Или что я предпринимаю по плоти, предпринимаю. То есть второе обвинение было в том, что он просто по плоти строит планы, а Бог их не благословляет, и все рушится. Так что у меня то да, то нет. Это люди его обвиняет в этом. Дальше апостол дает этому обвинению подробный ответ. 18 стих. «Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный вами, у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да или нет, в нем было да». Он говорит этим людям: оценивайте меня, потому что вы знаете раньше. Вы столкнулись сейчас с каким-то фактом, который можно интерпретировать таким образом. Но вы помните, о чем я проповедовал? Вы помните, как я проповедовал? Вы помните, как это все было воспринято? Он даже дает краткое объяснение причины, почему он сделал это. Посмотрите, 23 стих. «Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф». То есть он объясняет одну из причин, по которой он не пришел туда. Он говорит, причина этого в том, что если бы я пришел, я должен был бы принести вам очень много неприятных известий. Очень много огорчений. Поэтому в 4 стихе 2 главы он пишет, что он вместо этого написал письмо и отослал с Титом. «От великой скорби, стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Итак, первые две вещи, которые Павел представляет здесь, он вначале открывает свое сердце и говорит: «Я к вам открыт, так же, как я был открыт раньше. Я люблю вас, я умещаю вас, вам не тесно в моем сердце». Второе, он говорит о своем постоянстве, что в действительности обвинения в непостоянстве и легкомысленности, они беспочвены. Третье, он открывает свою позицию. Он говорит о том, почему он сейчас так себя держит. Очень интересно. 2 глава, 12 стих. С 12 стиха он говорит, что это не бравада, это не беспечность, это не что-то такое, что ему теперь все равно, что там происходит в Коринфе. Он говорит о том, что эта ситуация действительно очень сильно его взволновала. 12 стих. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Заметьте, речь идет о гиганте веры, которого Бог использовал для величайшего дела – распространения Евангелия на европейской территории Римской империи. И вот этот человек, он находится под эмоциональным прессингом. Он приходит в Троаду для того, чтобы проповедовать. Более того, Бог открывает двери. Помните, в Ефесе его гонят. А здесь Бог открывает двери для проповеди Евангелия. А он не может. Покоя духу не может найти. Конечно, сегодняшние душепопечители бы посмотрели бы по книжке и сказали: «Ха, депрессия. Грешишь, брат Павел? Покайся по 5 пунктам, пройди очищение освящения, там исповедание какое-нибудь». А апостол описывает реальность. Он эти душепопечения проводил с тысячами людей. Он прекрасно это знает. Но он находится в таком положении, когда он не может проповедовать. Когда гора, которая на него навалилась, такая большая, что даже ему, апостолу, нужно время просто, чтобы сесть и прийти в себя. «Не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Куда пошел? Навстречу Титу. Это говорит о том, как он связан с ситуацией в Коринфе, как она не безразлична для него. Он настолько волнуется о ней, что он даже не может отключиться от нее, чтобы проповедовать, когда открыта дверь. А это для Павла самое радостное занятие было, которое только может быть. Но дальше он говорит о том, как Бог дал ему преодолеть это уныние. И он это объясняет коринфянам. Он объясняет, чтобы эти люди могли знать, что же происходит в его сознании. 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». Вот это позиция Павла. То есть он говорит о том, что его волнует этот вопрос очень сильно. Но несмотря на это, он может находить утешение, и утешение, которое в данном случае он получает, оно связано со следующим. Он говорит, что «я сфокусировался на том, что моя задача проповедовать Слово Божие, не повреждая его, проповедовать искренно, как от Бога, перед Богом и во Христе. И если я буду это делать, то Бог все равно прославится, как в спасаемых, так и в погибающих». И это дает Павлу внутреннюю стабильность. Кстати, он этот аргумент будет еще несколько раз приводить в этом послании. Это вот реальная точка успокоения для него, это его реальная позиция. Окей, мы уже говорили о трех вещах, которым апостол уделяет время в самом начале, проясняя отношения. Он хочет, чтобы они могли знать его отношение к ним во всем этом слове, во всей этой сложной динамике. Четвертое, о чем говорит здесь апостол, он начинает говорить о своем служении. И в частности, он говорит об авторитетности своего служения. Причина была в следующем. Эти лжеучители, которые пришли, и они атаковали Павла, и они нарушали, они просто агрессивно разрушали его имидж, его авторитет, представление этих людей об апостоле Павле. И поэтому Павел вынужден защищаться. И он это делает очень интересно, с нескольких сторон. И когда он только начинает, он говорит об основании своего служения. Дело в том, что эти люди, которые пришли, они пришли к нему с письмами, вернее, пришли в Коринф, лжеучители, с письмами из самого Иерусалима. Правда, это не были письма от апостолов, скорее всего, мы не можем предположить, чтобы это были письма от апостолов. Скорее всего, это были какие-то письма от иудействующих, были такие иудействующие христиане, которые настраивали других и были связаны с вот этими всякими иудействующими, с этой темой того, что христиане должны быть связаны с законом Моисеевым. Когда Павел пришел из Антиохии. И у Павла не было таких credentials. Он пришел из Антиохии, Антиохия на языческой территории, там церковь языческая, там нет такого веса, как в Иерусалиме. И когда он обращается к этим людям, он пишет очень интересную вещь. Смотрите, 2 Коринфянам 3, 2 стих, 3 глава 2 стих. «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа». Чаще всего этот текст применяют не в том смысле, в котором он написан. Берут просто вот этот, какой здесь у нас получается, 3 стих, и говорят: «Вы показываете собой, что вы письмо Христово». Это действительно правильно, эти слова можно применить каждому христианину, каждый христианин является письмом Христовым, это точно. Но здесь апостол пишет о другом письме, он пишет о вот этих вот верительных грамотах, об этих письмах, с которыми верующие шли из города в город. Он идет с одного города, и он берет с собой письмо из своей церкви, чтобы когда он придет в другую церковь, он принесет это письмо и там скажет о том, что это действительно верующий человек, а тем более, когда он был служителем. И помните, как в посланиях апостола Павла там написано, в нескольких посланиях: «А вот этого примите, эту примите, такую-то от нас» и так далее. Так вот здесь Павел говорит: «Наше письмо вы сами». Почему он говорит «вы сами»? Он говорит, посмотрите, что Бог сделал в вас самих в результате нашего служения. Здесь не нужны докторские степени, письмо от апостола Петра, желательно Иисусом Христом подписанное, или какие-то там еще документы от Священного Синода всея Первоапостольской Церкви. Он говорит, посмотрите на то, что Дух Святой написал в ваших сердцах в результате нашего служения. Он говорит, вы – наше письмо. И это дает авторитетность служению апостола Павла. Дальше он объясняет. Объясняет, почему. Он начинает говорить здесь о Духе Бога живого, который написал. Он говорит, в сердцах уже написано. Скорее всего, речь идет о том, что там иудействующие приходили, и они говорили о том, что нужно еще на теле. Нужно обрезание принять, нужно там еще какие-то вещи делать, всякие разные явления. И он посвящает 3 главу ясной презентации разницы между Новым Заветом и Ветхим Заветом. Друзья, это самая ясная презентация этой разницы во всем Новом Завете, кроме послания к евреям. Послание к евреям детально, очень глубоко рассматривает этот вопрос. Так вот, во всех других посланиях нет такой ясной презентации разницы между служением Духа и служением буквы. Вся вот эта 3 глава подчеркивает это. 6 стих. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». И дальше он объясняет о покрывале, которое лежит на глазах. Помните, у этих людей, которые следуют закону. И после всего он показывает вот эту глубину очень важного фактора. Он говорит, а Дух Божий вот что делает. 17 стих. «А где Дух Господень?» Господь есть Дух, а где Дух Господень? Там свобода. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. То есть он говорит, вот что делает Дух Божий. Он преображает наш внутренний мир в образ Иисуса Христа. Итак, это авторитетное служение Павла. 5. Мотивация в служении Павла. Опять-таки, это 1 часть, где он проясняет отношения. Он говорит о разных деталях, которые возникли уже, эти напряжения между им и этой Коринфской церковью. Он говорит о мотивации в своем служении. Он им показал, что ему трудно. Он им показал, что гонят отовсюду. И здесь он раскрывает сущность того, чем он движим. И это нужно не только для того, чтобы они узнали, что он не движим корыстью. Это нужно для того, чтобы они увидели пример. 1 стих 4 главы. «Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, мы представляем себя совести всякого человека перед Богом». Он опять повторяет этот же аргумент. Он говорит, все, что я делаю, я не хочу каким-то образом искажать Слово Божие. Я отвергнул скрытые постыдные дела. Я ничего скрытого, постыдного не делаю. И дальше мы представляем себе совести всякого человека. Я открыт. Он видит своей целью чисто, честно и искренно проповедовать Слово Божие. 3 стих. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». То есть он показывает, что утешение, которое он находит, мотивация заключается не в том, что он надеется, что все покаются. Он ясно понимает, что для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, благовествование закрыто. Он ясно понимает, он не рассчитывает на то, что он пробьет эту брешь и все обратятся. Главный же двигатель его служения сокрыт в его личном восхищении славы Иисуса Христа. Посмотрите 5 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Христа Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. То есть он ясно понимает ценность славы Христовой в Евангелии. Он ясно понимает, что он является сосудом, ничего не значащим. И то, что для него это великая привилегия быть соучастником этого большого дела. В 16 стихе он продолжает эту же тему, поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Он перекликается с концом 3 главы. Он говорит, я реально сталкиваюсь с тем, что тело тлеет, действительно. Но зато внутренний человек обновляется, преображая в славу Иисуса Христа. И поэтому он видит практический эффект, который достигается в его жизни. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Очень интересно, что эта же тема перетекает и в 5 главу. То есть она продолжается в 5 главе, то есть он говорит о ценностях, которые являются его двигателем, его движут, его мотиватором является. 1 стих 5 главы. «Ибо знаем, что когда наш земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими». Заметьте, здесь он потихонечку начинает их учить. Он потихоньку говорит о том, что смысл нашей жизни в том, что внешний человек тлеет. Мы, кстати, в воскресенье будем говорить об этом подробно. Я буду проповедовать о смысле жизни как раз на этот текст. Первые несколько стихов 5 главы 2 послания к Коринфянам. И он говорит о том, что «я живу вечным». Но, говорит, может такое случиться, только бы нам и одетыми не оказаться нагими. То есть, вроде бы мы верующие, но мы обнаружим, что наш вот этот духовный человек оказался пустотой. Дальше объясняет причину, почему. 10 стих. «Ибо всем нам надлежит, должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Итак, апостол объясняет свою мотивацию. Его мотивация – восхищение Христом. Дальше ясно понимает цель – это вечные ценности, это не внешний человек, а вечные ценности духовного человека. И дальше говорит, Бог спросит с нас. Будет время, когда Бог с каждого из нас спросит. Этим он объясняет мотивацию. И последняя цель – вернее, предпоследнее еще в этой части, это цель служения апостола Павла. В 5 главе с 14 стиха, последняя часть этой главы, очень уникальная часть, где апостол представляет Евангелие в такой очень сконцентрированной форме. 14 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». То есть он говорит, что значит эта мотивация для него лично. То есть это не только пафосные фразы, не только поэтический язык. Это практические действия. 18 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Посмотрите, о чем говорит апостол. Он говорит, я вот теперь понимаю, что Христос умер за меня, чтобы я жил для Него. В чем это выражается? У Бога здесь есть великая программа служения примирения. И Он теперь примирил, Он дал мне теперь, Он примирил меня с собой и дал мне теперь служение примирения. И я теперь этим занимаюсь. Я продолжатель Божьего служения примирения. 20 стих. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал за нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Это одна из наиболее ярких презентаций Евангелия вот в этом стихе, в последнем, 21. Последнее в этой большой части прояснение отношений, радость служения апостола Павла. Это 6 и 7 главы, и мы очень коротко коснемся, потому что там действительно очень много богатых тем. 1 стих. «Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия нечетно была принята вами». Он знает, что они спасенные люди, но он хочет, чтобы принятие благодати принесло плод. Это является основанием для его радости. Он приводит в пример себя и своих сотрудников. 9 стих. «Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». То есть он говорит, вот эффект благодати в нас. Дальше он делает короткое отступление и говорит о опасности вот этой смычки с лжеучителями. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистым. Я приму вас». Это отступление было предостережением, это ссылкой на то, что было с ними раньше, но теперь он радуется о них. 7 глава, 3 стих. «Не в осуждении говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, я много хвалюсь вами, я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отовсюду, отвне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Помните, мы говорили о том, что он встретился с Титом в Филиппах? Что же Тит рассказал ему, когда он пришел? Тит рассказал ему о том, что верующие в Коринфе покаялись, отказались от лжеучителей и обратились на прежний путь, который апостол Павел им показал. 7 стих. «И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. Так что я еще более обрадовался». Далее он подробно объясняет, в чем же было это покаяние. 9 стих. «Теперь я радуюсь не тому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию». То есть они покаялись. «Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли вреда от нас. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. А печаль мирская производит смерть». То есть они опечалились не от того, что Павел не хочет с ними иметь дело теперь. Они опечалились от того, что они поняли, что они во грехе. И им нужно покаяние. Следующий стих. «Ибо то же самое». 11 стих. «Что вы, то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более оправданным и радостью Тита, чтобы вы все успокоили дух его». 15 стих. «И сердце его весьма расположено к вам, при всяком воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас». Итак, это завершение вот этой первой части. Вы понимаете, всю эту динамику отношений, очень сложные отношения, и Павел изливает душу, и он шаг за шагом рассказывает им, касается сферы за сферой в их взаимоотношениях. И в конце концов говорит, я радуюсь, что могу на вас положиться. Отношение доверия восстановлено сейчас. Следующая небольшая часть, это 2 главы, 8 и 9 глава, продолжение сбора помощи для церкви в Иерусалиме. Дело в том, что для апостола Павла Иерусалимская церковь была очень близкой. Он понимал, что эта церковь все равно была источником распространения Евангелия. И они там переживали трудности сейчас. Он знал, что там апостолы. Он знал, что апостолы ходили в разные места. Нам известно только о том, что делал апостол Павел и немножко Петр. Но было же еще 10 апостолов. И эти 10 апостолов, они тоже шли и проповедовали. И апостол Павел из уважения к апостолам в Иерусалиме, он собирал везде, во всех церквях, где он проповедовал, он собирал средства, деньги на поддержку служения в Иерусалиме. И когда он делал это, после того, когда эти лжеучителя пришли, эта работа остановилась в Коринфе. И теперь он возрождает ее здесь. Вот эти две главы посвящены на то, чтобы возродить это служение. Он начинает с того, что объясняет им причину своей ревности. Посмотрите, 11 глава, 1 стих. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне. Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить вас Христу чистою девою». То есть, когда он говорит об этом, он говорит, что то, что он хочет, чтобы они жертвовали на Иерусалим, это нужно им, потому что они обручены Христу. В 9 стихе он говорит, что через это они подражают Христу. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетою». Он призывает их обнищать ради церкви в Иерусалиме или пожертвовать людям в Иерусалиме. Кстати, он дальше объясняет, он говорит, я не призываю вас, чтобы вы стали нищими, по достатку каждый давайте, но не забудьте, что это важная часть. В 9 главе он продолжает и объясняет, как нужно подходить к этому служению, 6 стих. «При этом скажу, кто сеет скупо, скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Итак, это вторая часть, которая, как я уже сказал, она посвящена этой достаточно интересной теме. И последние 4 главы посвящены еще одному вопросу, который опять связан с Павлом и с его апостольством. Эти 4 главы посвящены подтверждению апостольства Павла. Он подтверждает свое апостольство. Опять-таки, здесь мы тоже видим его душу, мы видим, как это не безразлично для него, и он почему-то в конце решил опять написать, и очень много написать, чтобы эти люди точно знали, что когда он выдавал себя за апостола, он правду говорил. Он не был лжецом перед ним. Он это делает, как я уже сказал, достаточно пространно и представляет несколько таких аргументов. 11 глава, 1 стих. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». 5 стих. «Я думаю, что у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов». То есть он представляет себя дальше. «У меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов». Одной из причин, по которым его апостольство подвергалось сомнению, было то, что он не брал денег себе. Эти все учителя, они ставили себя так высоко, что когда они приходили, они считали, что им должны были платить, и это было признание того, насколько они высокие или сильные учителя. 7 стих. «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас? Потому что безвозмездно проповедовал вам Евангелие Божие. Другим церквям я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам». Заметьте, Павел в это время был, его поддерживала церковь в Филиппах. Кстати, в послании к филиппийцам написано об этом. И церковь в Филиппах, и церковь в Фессалонике, кстати, позже. «И будучи у вас, хотя я терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». То есть в каких-то ситуациях апостол видел, что это будет осложнять его служение, поэтому вот в этой ситуации он пользовался поддержкой других церквей. В 17 стихе он переходит к такому очень большому отделу, где он просто сравнивает себя теперь уже не с высшими апостолами, а со лжеапостолами, и сравнивает, и говорит, кстати, и с высшими. Кстати, он просто сравнивается вообще с термином «апостол», что это означает. И он показывает этот очень важный фактор. 17 стих. «Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу». То есть он подходит к этому месту, он говорит, я должен это сказать, и хочу, чтобы вы понимали, то, что я буду говорить сейчас, это я от себя говорю, как бы в неразумии своем. Мне приходится говорить о своих заслугах каких-то. 22 стих. Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я, Христовы служители, безумие говорю, я больше. И дальше перечисляет, почему. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, боли в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного, 3 раза меня били палками, 1 камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. Потом в 12 главе он подводит итог, 9 стих. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Помните, он просил, чтобы жало вплоть было удалено. «И потом я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в горениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». И последние 2 стиха этой главы апостол заканчивает важным выводом. «Я дошел до неразумия, хвалясь, вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Итак, это такой короткий, очень беглый обзор этого послания, обзор жизни апостола, его сердца, его переживаний, его служения, то, с чем связано миссионерское служение. Несколько выводов, которые я хочу сделать из этого послания. Первое. Миссионерское служение связано с серьезными трудностями. Как извне, так и изнутри. Мы видим это у апостола Павла. Извне очень много давления. Но изнутри он сталкивается с существенными проблемами. Второе. Миссионеры и служители тоже люди, имеющие свои сложности, которые им приходится преодолевать. Кто-то сильнее преодолевает, так как апостол Павел, и то даже он доходит до неразумия здесь. Он сам говорит о себе. Четвертое. Распространение Евангелия – дело всей церкви. То, что Павел пишет в Коринф, и то, что он говорит, церковь в Македонии мне помогает, и то, что он говорит, вам нужно помогать церкви в Иерусалиме, и то, что он посылает Тимофея, посылает Тита, говорит о том, что во всем этом большом процессе вовлечена церковь. Он часть этой церкви. И последнее. Успех служения миссионеров и других служителей во многом зависит от Божьего действия, как в их сердцах, так и в сердцах тех, кому они служат. Я думаю, что это послание сегодня было благословением для нас, во всяком случае. Оно содержит в себе много богатейшей информации, которая помогает нам понимать миссию и служение вообще. Оно открывает нам роль церкви, нашу с вами роль. У меня нет времени сейчас отметить многие вещи, которые сказаны здесь о том, что служение зависит от Бога, от Его действия. Очень ясно представлено здесь во многих местах. Вот почему нам нужно молиться о миссионерском служении. Нам нужно молиться о миссионерском служении вообще, о всяких формах, не только о нашем служении, но и о служении всех миссионеров, которые проповедуют Евангелие Иисуса Христа по всему лицу земли. Помолимся.